Мы больше не сможем вернуться домой. Нет, это слишком опасно. Там тоже крысы? Наверное, я не знаю, Хьюго. Я боюсь, что нас найдут, когда стемнеют. Лаврентий позаботится о нас. Идем. Наверху! Ветряная мельница! Это ферма Лаврентия? Надеюсь. Я никогда не видел мельницы. Если мы будем осторожны, ты скоро ее увидишь. Амися, смотри, это тот, кто напал на нас дом. Инквизиция здесь. Как они это делают? Они же, блядь, животные. Я что, похож на крысу? Я откуда знаю? Думается, мне этой сраной звездкой мы их гнезда не выведем. Хочешь, не хочешь, а с ними придется разобраться, пока светло. Эти темноту любят. Ладно, за дело. Какой странный звук. Пусто. Миссия, смотри, там мост, он ведет к ферме. Сколько времени впустую? Великий инквизитор мог бы прямо сказать, чего от нас хочет. Что это за шум? Вот и ладно. Мимо нас и мышь не проскочит. А? Тут все перекрыли. Так что, я пойду к посту. Повозку вернем, когда баррикады растешь. Мы в ловушке. Там дыра в стене. Я не пролезу. Тебе придется открыть мне окно изнутри. Они заметят меня. Не переживай, я их отвлеку. Что там за шум? Ну же. Иду. Что ж? Вот так. Пусто. Теперь я. Уже второй раз. Надо глянуть, что там. Нет ничего. Молодец. Амися, нам нужно уходить отсюда. Что за шум? О нет! Они отцепили ферму! Передайте Николаю, что дорога перекрыта. Мы будем осматривать всех, и людей, и повозки. И что именно мы ищем? Пятилетнего пацана, Хьюго де Руна,
светлого, голубоглазого. Это говорят обо мне. Он почему? Капитан живым. Капитан велит сейчас. Не нужны живыми. Странно это. Говорят, дело важное. Капитану Николаю сам великий инквизитор приказал. Поэтому глядите в оба. Осторожно, там стражник. Да. Там кто-то шумит. Не торопись. Хорошо, ни звука. Ничего, пусто. Это упростит мне жизнь. Амисия? Что? Что я сделал? Почему они меня ищут? Ничего такого ты не делал. Если кто тут и виноват, то только они. Если нас поймают, будут мучить? Они нас не поймают, понял? Ладно. Хьюго? Хьюго! Где ты? Хьюго, это не смешно! Хьюго, если ты сейчас же не покажешься, я уйду без тебя! Вот я! Я просто поиграть хотел! Сейчас не время для игр! Никаких игр! Понял меня? Прости. Они здесь! Только между нами! Эй, свинка! Пьяча! Тут опасно! Он святой человек! Спасет, не сомневайся! Но ему нужен капитан Николай, и мы тоже! Мы должны принять участие в этом, поэтому мы подписались! Хорошо сказано! Не сомневайся, брат! Не везде. Откуда этот шум? Оттуда?
Да ладно, тут не души. Точно видел, что там что-то двигалось. Что там за шум? А, забудьте. Там пусто. Прекрасно. Один из наших уже валяется давно. Сдох, наверное. Может, его похоронить? Его покусали? Ага. Ты его трогал? Не. И молодец. Коли крысу покусают, у тебя вся кровь скипит. Весь покроешься черьями. И все кругом тоже могут заразиться и помереть. Поэтому это укусом и называют. Ну тогда, пускай так и валяется. Там что-то шумело. Погоди-ка. Это что? Внимание, здесь кто-то есть. Когда нас в лагерь-то отвезут? Я-то не буду. Вот шопа, уже темнеет. Этот шум вроде как оттуда. Эти твари ушли. Все по местам. Ничего нет. Теперь они нас не заметят. Нет. Я тебе помогу. Да? Назад? Что у них там?
Хьюго, нам нельзя останавливаться. Не сейчас. Я чувствую себя странно. Ну же, отдохнем, когда доберемся до Лаврентия. Моя голова болит. Я не знаю, что делать, Хьюго. Что бы сделала мама? Дала бы мне лекарство. Хочешь, я тебя понесу? Это все, чем я могу тебе помочь. Давай, забирайся. Мама говорит, что мне нельзя уходить из дома. Знаю. Может, поэтому мне так плохо? Ты просто устал. Я скучаю по ней. По крайней мере, ты ее видел. Ничего. Мельница Лаврентия, мы почти пришли. Он тут запрет меня. Как мамочка. Он отведет в безопасное место. Ну ладно. Тут и правда опасно. Но иногда так здорово. Однажды ты поправишься. А? Это мертвые животные. Да что здесь произошло? Теперь нужно быть осторожнее. Давай-ка слезай, Хьюго. А, это попал мне в ботинки. Быть того не может. Бегите к Спагилу, быстрее! Успокойся, все хорошо, они нас не достанут. Ну же, идем! Нет! Стемнело, вот они и вылезли. Давай, держись от них подальше, хорошо? Нужен огонь! Нужно уходить отсюда! Я помогу. Да. Еще по чуть-чуть. Опять эта слякоть. Мы никогда не дойдем. Ох, боже милостивый. Неправда. Все умерли. Их перебили. Может, инквизиция? У меня сейчас тошнит. Идем. Да. Давай. Да что ж такое? Навались. Ладно.
Давай, еще немножко. Анисия, зачем они убили свиней? Похоже, чтобы держать крыс здесь. Она очень тяжелая. Заткнись! Не говори! Толкай! Да, у нас получилось. Эй, Лаврентий! Хьюго! Ну? А если это не Лаврентий? Ты об этом подумал? Прости. Монстр. Заперто. Нам нужно как-то туда попасть. Вы еще живы? Не жаль ваших друзей. Да уж, не лучшая ночка, чтобы спать на улице. Мешки тяжелые, перегнившее зерно. Должно быть, им кормили свиней. Пусто. Лошадка? Видимо, здесь побывали крысы. Бедняжка. Надо залезть наверх. Ладно. Я пойду первая. Конечно.
Заперто. Амисия, цветок. Хьюго, честное слово, сейчас совсем не до этого. Пожалуйста. Ладно, давай. Они называются грустная бабушка. Как будто она опускает голову и грустит. Ну, может, с нами ей будет не так грустно? Да, одному быть плохо. Ладно, идем. Хьюго, заберись внутрь и открой мне дверь. И будь осторожен, хорошо? Да. Хорошо. Странный запах. Это спирт из дистиллятора. Там кто-то есть. Идем посмотрим. Кто вы? Магистр Лаврентий! Не подходи, ты заразишься! Хьюго, здесь? К нам пришла Инквизиция. Мы потеряли все. Я ничего не смогла сделать. Я... А, конечно. Они пришли за ним. Зло. Древнее зло течет по венам твоей семьи, в его крови. Твоя мать и я пытались замедлить его развитие, но после великого надлома процесс ускорился. Ты должна защитить его, Амисия. Закончи дело своей матери. Я? Но как? Мои родители пытались, но теперь они мертвы. Отстань от меня! Они здесь. Крысы опасные, но дезорганизованные. А Инквизиция... Они будут искать мальчика неутомимо. Вам нужно исчезнуть. Отправляйтесь в Шато де Амброж. Лукас, иди в сарай. Ты должен закончить, Игнифер. Хватит говорить. Я все сделаю. Мне жаль ваших родителей, но вы теперь не одни. Нужно спешить. Помоги мне сделать Игнифер. Он защитит нас от крыс. Пойдем, Хьюго. Не надо здесь оставаться. Все лежит в сарае. Идем. О, нет. И что нам теперь делать? Они и туда забрались. Я найду способ их отвлечь. Этот рисунок, что он означает? Философия. Точнее сказать. Какая красота! О, ветчина! Отличная идея! А, но они боятся света! Фонари! Хорошо, давай!
Так, прости. Не волнуйся. Все, Хьюго, дай мне руку. Нет. Хорошо, только не отходи далеко. Вы в порядке? Мы прошли долгий путь. Они вернулись. Они повсюду. Надо дойти до задней части сарая. Мы не можем уйти без Игнифер. Только как мы это сделаем? Нам нужно мясо. Живое или мертвое. Это поможет. Я понял. Давай помогу. Мы будем его кормить? Можно и так сказать. Да, кушай, свинка. Ням-ням. Так. Уже хорошо, а то животик заболит. Надо сделать так, чтобы не сбежал. Я закрою дверь. Там у стены есть лестница. Идем. Идем. Хьюго. Хьюго, слушай. Ты можешь ждуться сколько хочешь, но не отходи далеко. Сначала ты. А, свет! Да, Хьюго, отвернись, пожалуйста. Стой! Нет, Амисия, что ты делаешь? Прости меня, Хьюго! Они живут, они съедят его! У меня нет выбора, Хьюго! Нам нужно отвлечь крыс! Это ужасно! Злая ты! Хьюго! Другого выхода не было! Я пойду первая! Ладно. Давайте! Сюда! Бедный поросенок! Смотри под ноги. Это не просто лаборатория доктора. Мой учитель прежде всего великий алхимик. А ты ведь Амисия, да? Я Лукас. Я тебе кое-что покажу. Только мне понадобится спирт и сера. Все это здесь есть. Скажешь, как найдешь. Ладно. Спирт и сера. Спирт, сера. Все. Левитер... Что ты делаешь? Растворяю реагенты для химического синтеза. Это, ну, просто алхимия. Лукас, а почему я пою не как Лавьенти? Наверное, его это и называется крыс, Атонор. А тебя нет. И он теперь умрет? Он... Я сделаю все возможное, чтобы этого не случилось. Демоны. Должно быть, они провели здесь немало времени. Держи, Лукас. Отлично. Теперь надо их смешать. Медленно. Это не опасно. Ладно. Так, это... О! Крысы! Нет, нет, мы застряли! Еще нет. Игнифер, Амисия. Самое время.
Целься в угли в центре комнаты. Ладно. Ого, загорелось. Я правда это сделала? Как настоящий алхимик? Да, твоя смесь идеальная. Наверное, твой талант от матери. А знаешь что? Давай покажу, как делать другие снаряды. Это тебе пригодится. Здорово, спасибо. Я закончил смесь. Надо вернуться к Лаврентию. Амися, ты идешь первой. Крысы, назад! Игнифер, брось на угли. Ты не взорвись прямо у меня под носом. Ну же, забирайся. Их там много. Лаврентий. Я расчищу путь. Давайте за мной. Да, конечно. Ну же. Отстань. Хьюго, насчет того, что я тогда сказала, я просто хотела... Нет, Амиси, крысы. В доме темно. Нет, нет, мастер. Ну-ка, стой. Дистанционные башни. Сделай что-нибудь! Нужно уходить! Быстро! Мастер! Эй, постой! Ты нужен нам! Смотри, лошадь! Пора уходить! Хьюго! Лукас! Бежим! Нам нужна эта лошадь! Они повсюду! Лукас! Я здесь! Куда ведет эта дорога? Лукас! Куда мы направляемся? К реке! Сразу за мельницей! Тогда вперед!